ходили в русский магазин в Интермаркет. Купили вот рыбу. Рыбу лосось купили. Сейчас вам покажу цену. 22,99 килограмм. На 22,49 такой кусочек. Купили вафли такие, кстати, неплохие. Ну, химия, конечно, ну, такие, кофейку можно. Гречку. Вот эта гречка, кстати, самая вкусная, что мы тут покупали. Это Стаса хотел арбуз. Сколько арбуз стоит? Вот 5 евро. Это в Уценке, короче, был арбуз. 5 евро разве? Да. 5 евро, что я буду разве себе жадничать? А, ты тот с Уценки не взял, да? Нет, это? Нет. Что я буду разве жадничать? Зачем мне жадничать? 5 евро. Кстати, гречка подорожала, вот это скажи. 6,90 она и была. Да? Так, лук и морковь. И эту гречку взял. Сейчас покажу вам. 3 евро взял. Да, вот это. То что я буду жадничать? Сам ну, ты себе. Гречку любишь. Я тоже люблю, но сейчас что-то не хочу. А знаешь, что я взял? Чего? Бо я сейчас отдам, высыплю банку, сколько тут останется, мало мне. А я другую взял. Ну, хватит. Так, сейчас покажу. И хну. Наконец-то нашла хну. Вот, купила. 90 центов стоит. 90 центов, 4 пакетика купила. Продавщица сказала, а редко бывает. Посмотрю. Редко бывает хна. Ну вот, сегодня была. Так, иранская натуральная хна для волос. Иранская хна, не знаю, посмотрю, покрашусь. Стас не утверждает, что это российская хна. Тут написано иранская. А, да? Он такой националист, это ужас. Есть Алтайский край, еще улица и адреса. Главное, что хна есть. Ну, хна, да, ну это Россия, но есть. Все, вот так скупились. Такая закупка на 41 евро. А ты каким будешь краситься? Посмотрю. Вот это тебе, наверное, подойдет. Или вот это дверь. На черный волос я не знаю, как она. Вон тут. Или вот это. Вот ты, этот я хочу. Вот это красиво тебе будет. Да. Да. Вот такая. Ждем в новом образе волчицы на ютубе. Мои хорошие, всем еще раз приветик. Всем привет. Доброе утро, можно сказать, по-берлински. Доброе утро с кофейком и с вафлями. Сходили сегодня в русский магазин, в Интермаркет. В народе русский магазин, официально Интермаркет. Продукты интернациональные. Купили вафли, кстати, Яшкино. Вафли с какао, шоколадные, банановые. Такие вафли очень вкусные. Вкусные, вот можете посмотреть, какая вафелька. С кофейком тоже надо. А можно и с чайком, кто как любит. Пришли, я картофель отварила, ну как на мукбанке видели. Селедкой налупилась, прелесть, уходили, ничего не ела. Вот это пришли, перекусила, можно сказать. Люблю поесть, я от вас и не скрываю, так что можете писать, что хотите, поесть я люблю. Хорошие вафли я рекомендую. Евро с копейками стоят 200 грамм. Произведены 04.05.24. Год это 04.05.25 года. Год. Покажу вам. Год они могут храниться. Конечно, химия есть явно. Но надо себя вкусненьким баловать. Прелесть. Кстати, по поводу вчерашнего арбуза. Я не знаю, вы слушаете видео мои эти внимательно или нет. Я говорила со знакомыми.
знакомые знают немецкий язык на С1. Это не то, что можете сказать, что люди не знают немецкий язык и могли просто не знаю, что сделать. Я переписку скинула в телеграм-группу. Тот, кто в телеграм-группе, вы видели. Что хочу сказать. Сегодня мне написали, действительно, мы ошиблись. Действительно, ошиблись с ценой. Говорят, ну, у каждого бывает, мы тебе не ту цену сказали. Сейчас, Даша, прочту. Угу. Так, это не поэтому. Так. В Этеке этот арбуз они покупали. Вернее, не покупали, а видели. Угу. Так. Это вчерашнее. Мне столько пишет, в телефоне прям не разберешь. А, вот, написали, что действительно ошиблись, цена это не за килограмм. Ну, короче, эта цена не за килограмм была. Я просто говорю то, что мне сказали, я не от себя это придумала, я эту цену не видела. Вот клубнику мы покупали, действительно, клубника стоила 98 или 88 килограмм. Ну, у меня зрители любят все перекручивать, абсолютно все. Вот я почему-то уверена, сейчас неделю будут этот арбуз рассусоливать у меня на канале. Эти люди, кто мне писали, я им скинула видео, они говорят, ну ты, это ж не ты видела цену, это ж не ты эту цену видела, тебе сказали, ты это и рассказала на видео. Я говорю, люди странные. Сладкое, конечно, настроение поднимает. Вот это я сладкоежка. Это такой топинг. За моей спиной можете видеть, я постель сегодня постирала. Еще одна загрузка осталась. Сейчас перекурю. Только поела. Время у нас сейчас, скажу, сколько. Только поела. 14:00, 2 часа. Что хочу сказать. Сегодня у нас 31 градус. Так жарко просто стало. Именно парит. Ну, сейчас ветерок более-менее. А так мы вышли, просто парит. Вчера холодно было, сегодня жарко. Это ужас. Оно мозги, честно, прям плывут. Но знаете, если бы вот так постепенно, 22, 23, 25, 28, вот так постепенно увеличилось, и так оно резко. Холод и резко жарко. Это, конечно, это для здоровья, это убийственно. Как хорошо, что балкон есть, оно просто спасает. Вот это на балконе, еще пока солнца нету, можно так посидеть. Решила видео записать, потому что распаковку записала. И это прикреплю видео, сделаю, посмотрите, или в начале, или в конце, что мы купили сегодня. По поводу арбуз Стас купил. Мне они тут, честно, не нравятся. Сколько раз покупала, но на вкус они, конечно, никакие. Ну вот нету такой сладости и вкуса такого насыщенного. Нету. Я понимаю, те люди, которые тут давно прожили, они привыкли. Я за 2 года не могу привыкнуть именно к этому вкусу, который тут. Приеду в Украину и арбузов наемся, и всего. Вот честно говорю, я свешивалась тут. Вы видели, я от вас не скрываю ни свой вес, ничего от себя не скрываю. Эти весы специально эти заберу, я их не хотела брать, потому что они как-то работают не очень. Но заберу и там куплю себе новые весы, потом посмотрю разницу, эти действительно правду говорят или нет. Но факт не в этом.
уеду и буду тоже каждый месяц свешиваться. И вы посмотрите, куда у меня вес пойдет дома. Либо же похудею, либо же пополнею. Но я что-то уверена, что я дома пополнею. Потому что больше еды вкусной. Там писали, смысл жизни не еда. Но без еды мы и жить не сможем. Это факт. Это факт. А я люблю вкусно, сытненько, хорошо покушать. Люблю. Суббота столько. Столько дел. Вот это 2 часа я уже и в магазин успела сходить. И подстирать одну партию успела. И приготовить. Все успеваю. Все абсолютно успеваю. Думаю, может, вечером в эфир выйду. Честно, пока не знаю. Может, и не выйду. Неделю не было эфира. Но, честно, такого настроения, именно чтобы выходить в эфир, у меня пока что нету. Но посмотрю, если хейтеров не будет, то выйду в эфир. Честно, вот это такая энергетические вампиры есть среди хейтеров. Именно энергетические вампиры. Проводишь эфир, есть эфиры, конечно, со зрителями хорошие. Хорошие. И ты отдыхаешь, общаешься с людьми, отдыхаешь. Я, кстати, спонсорство когда подключу, там, наверное, хейтеров не будет. Буду проводить эфиры только для спонсоров канала. Потому что с умными людьми приятно пообщаться. А когда дебильство пишут, честно, и не хочется вообще общаться. Буду заканчивать видеовлог. Вышла с вами, поздоровалась, пообщалась. Всем отличных выходных, солнечных и отличного настроения. Мы сегодня вечером тоже или в эфир выйду, или пойдем прогуляемся. Посмотрим. Всем пока-пока.